ветераны, уважаемые труженики тыла, дорогие тулики. В эти дни мы отмечаем наш главный священный праздник – День Победы. Слово «Победа» наполнено для нас особым смыслом. В нем слились мужество и отвага миллионов наших сограждан. В нем вся сила единства нашего народа. Эта сила также крепка и сегодня. Она вернула историческую родину жителям Крыма. Снова с нами под российским флагом города-герои Севастополь и Керчь. Это означает, гордость возвращается. Гордость за нашу великую Россию, за свой народ, который превыше всего ценит единство. Это наследие, доставшееся нам от легендарного поколения победителей. Мы не забыли о доблести оборонявших Тулу солдат, о мужестве офицеров и стойкости тружеников тыла. Мы учимся на их примере. Нынешние сыны нашей Родины с честью стоят на защите ее интересов, оставаясь верны бессмертному подвигу Отечества. Пусть не меркнет слава героев. Дорогие ветераны, спасибо вам за мир, спасибо за жизнь, спасибо вам за свободную Россию. С праздником вас, дорогие ветераны! С Днем Великой Победы! Приказом от 29 апреля 1945 года орденом славы третьей степени награжден Аркадий Севастьянович Якубович, сержант, командир отделения 528-го стрелкового полка 130-й стрелковой дивизии. Пал смертью храбрых 5 марта 1945 года. Удостоверение к ордену передается дочери погибшего фронтовика Надежде Аркадьевне Жопло.